там по договору, по этому постановлению написано о том, что если при нарушении условий договора, который там написан, постановление, произойдет это, скажем, нарушение пройдет, то в одностороннем порядке этот договор, оказывается, может быть аннулирован. Нам же сообщают о том, что это очень тяжелое судебное будет разбирательство. Мы же не какое-то быдло, которое ничего не понимает. Мы тоже прекрасно понимаем, как это очень хитро используется, какими манипуляциями, так скажем, затушеваются эти вещи. У нас есть трансформатор 400, мы его сдали на баланс Североэлектро. Они там поставили условия, чтобы мы взяли еще мощностью в 1000. Мы это купили и тоже сделали на баланс Североэлектро. И получается, что два наших трансформатора у Североэлектро. И еще провода сами купили. Все готово, дело за документами. Если берекет продавал вам, то вы должны были через госрегистр оформить, точно так же, как если квартиру или дом покупаете. А так Бегалиев не может продавать. Но в данный момент на этой красной линии находится более 100 контейнеров, и каждый платит по 5000 сомов, и минимум это выходит 500 тысяч сомов. То есть кто-то получает эти деньги незаконно, а платим мы в течение 20 лет берекету. Комиссия, если отработает, сделает выводы, тогда у вас будет достоверная информация. Достоверная будет информация, потому что сейчас на эмоционально... Сейчас мы говорим туда-сюда... Эти люди, да? Они, получается, друг другу платили большие деньги. Вот. Потом, когда они хотят у вас взять в аренду, да, в новом здании, да? Вы говорите, что там надо платить 3000 долларов. Ничего не надо платить.